Да кто их побил? Блин, они испугались, убежали. Делать нечего, еще их бить. Ну, а вы ведетесь, Он издалека просто ходит, подходит, говорит всякую херню. Он при вас сегодня чего народом называл, гадом называл, при вас, здесь. Про него. А вы не слышали? Вот я здесь стоял, я слышал, как он говорил, уроды начали всю эту провокацию, так далее и там подобное. Вы же не конкретно, есть такие рамки закона, есть когда ты относишься к одному гражданину, и когда ты относишься к... А за кого они говорят, что их трогали? Вообще в общем. Но они же не указали, что это он конкретно, вы понимаете? Вот это есть рамки закона, понимаете? Конкретно. Если вы выражаетесь в отношении гражданина, то это одно уже идет. Если в отношении просто, а кто это был, да, те-то, все. То есть это уже нету такого, понимаете? Просто... Вот теперь пошел нахуй. Слышишь? Супер! Молодец! 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 Кто Дарий? Эти пошли в авто я. Денис, выходи оттуда. Я тут. Это Бог вам дал. Ты что делаешь? Убейте. Что ты камеру закрыл, умный такой? Не до блоги! Сволочь! Это Бог наказывает, я же сказала. Бог наказывает. Это вам не... Тихо.